Ну что, приехали. Давайте потихоньку выгружаться. И вперед. У нас гости. Аккуратно. Офигеть, сколько вас. Но ложатся штабелями. Это радует. Так, все чисто. А что здесь? Шоковые. Наконец-то. Так, позвольте нажать на кнопку. Нам нужно перейти шлюз. Все, погнали. Блин, а что здесь? Так, что-то здесь... Да, какие-то проблемы у нас с гравитацией. Посмотрим, там какие-то лаборатории. Они задействуют всех модов, какие есть. Значит, наши дают им жару там внизу. А, посмотрите, отсюда они отправляют капсулы. Посмотрим, можем ли мы им помочь, отключив пусковые установки. Да, давайте заложим заряд. Солт, у тебя есть заряд? Хорошо. Двери открываются. Уходите, пока не рвануло. Капитан, прошу вас. Задание. Отпустите. Капитан. Проклятие, Мак! Зачем она это сделала? Затем, чтобы мы продолжали. Они все еще рассчитывают на нас. Ты прав. Давай разберемся с западней. Да, конечно. Здесь надо всех нагнуть. Пойдем. Так, придется опять пройти через шлюз. Ну что? Да. Солтер закрывает, и мы с вами ждем, когда сможем открыть эту дверь. Все, мы готовы, да. Давайте, позвольте открыть. Тут все чисто. Но это пока что. Впереди враги, тише. Много. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ты выжил? Чисто? Шикарно. Так, посмотрим. У нас здесь антигравы, здесь хакерские, здесь ищейки и шоковые. Берем шоковые. Чисто. Ну что, вперед? Давайте поднимем сюда остальных и попадем на корабль. Понял. Готов к разгрузке, капитан. А, секунду. Пардон. Спасибо, сэр. Где Стармех? Она погибла. Надо идти. Чисто. Чисто. Который корабль, Итан? Вон тот. Это эсминец. Полностью нагруженный. Используем? Чтобы пробиться? Нет. Чтобы зачистить все. Корабль не будет стрелять. Оружейная система отключена. Забудь про оружие. Мы просто стартуем, прыгнем и смоемся. Боц, как нам активировать орудие? В системе наведения, сэр. Где эта система? В штабе, мэм. На челноке, вон туда. Кто это сделает? Я. Ты не сможешь вернуться. Они откроют огонь, если мы будем ждать. Не надо ждать. Капитан? Как вы вернетесь? Никто не вернется. Ты сядешь на корабль и уничтожишь это место, Солт. Сделай, что сможешь, прежде чем СДФ собьет тебя. Я сделаю все. Взорву верфь и выберусь оттуда. Ты не успеешь. Посмотрим. Можешь делать все, что угодно, но задание выполни.
Ну что, все согласны? Нужна команда для запуска. Придется пробиваться. Челнок, Брукс, займись им. Итан, за мной. Нет, мэм. Капитану будет нужна моя помощь добраться до штаба. Черт с вами. Ты знал, что мы здесь подохнем? Нет. А вот Магда... Что ж, значит, встретимся в аду. А то. Ладно, господа, вперед! Удачи. Это рейс, получается, у нас в один конец, да? Капитан, прием. Принято, Итан. Я проник в их сеть. Вижу вас хорошо. А позиции противника? Их я тоже вижу, сэр. Рейс — это самоубийство. Я отдал тебе приказ, Солт. Нет, но мы с вами все равно будем оптимистами. Не всегда. Это они, конечно, так в шутку, там встретимся в аду, там и так далее. Но у нас обязательно должен быть шанс. Выходите здесь, сэр. Вроде никого нет. Принято. Вроде никого нет. Отличный ответ, да? Последний рывок, да? К сожалению, сэр. Все готово. Куда теперь? По коридору к носовой части. Принято. Куда? Не смей. Так, а почему оттуда? Я что-то не понял. А, это рикошет. Мать их так. Так, давайте закидываем. Да что в вас, а? Не так закинул. Вот сюда еще давай. Вот это очень хорошо. И можно просто добить. Все, неплохо. Где-то нам нужно взять боеприпасы, это очевидно. Сейчас здесь быстренько с ними разбираемся. Там еще несколько целей. Все? До свидос, блин. Нифига нет, придется брать... Куда пошел? Придется брать чью-то пушку. Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Без них ничего не выйдет. Принято. Внимание, вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято, вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Будем знать. Укрыться негде. Я об этом позабочусь. Блин, какие крепкие. Так, еще бегут. А вот и робот. Отлично. Расфигачили, можно теперь, наверное, вон туда закинуть. Все-все. Ну, я надеюсь. Так, смотрим, что здесь. Опять у нас клево откинуло. Давай вот так. Так, у нас там небольшие проблемы, да? Так, ждем. Это, конечно, все печально. У нас очень неподходящая позиция, потому что... О, ранен. У нас, точнее, положение очень неподходящее, потому что у нас, по сути, нет нифига, чем можно отбиться. Ну, разве что можно взять ищейку. Ух ты! Да, мог подбить. Давайте возьмем ищейку. Сейчас закинем туда к нему, и пусть они на него нападают. Я думаю, что, в принципе, неплохая альтернатива. Все, убит. Вы что, серьезно? Ищейками так легко. Ну ладно. Так, пойдем. Я уж было расстроился, то, что здесь нифига нет. Оказывается, много чего есть. Принято. Рейдер, мы на борту под обстрелом. Что у тебя? Нас серьезно прижали. Поспешите. То же самое. Тороплюсь как могу. Задержи их. Упс. Блин, хорошо здесь пули непробиваемые стекла. Да, это круто. И все, до свидос. Высосало. И полетели. Спасибо, напарник. Вопреки всем обстоятельствам, я получаю удовольствие, сэр. Я тоже. Ну не дурно же, да?
Еще? Ну давайте на всякий случай. Здесь чисто идет. Отличный выстрел, сэр. Вам нужно подняться на лифте к системе наведения. Почти на месте. Принято. И поехали. Нужно пройти мимо склада амуниции, сэр. Принято. Ничего такой арсенал. Лейтенант, они идут на борта. Рейс, мы несем потери. Время на исходе. Нифига, сколько здесь вооружений. Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой пост прямо по курсу. Будьте осторожны, персонал вооружен. Ясно. Так, тут еще и роботы у нас. Ну что взять-то можно? Осколочные. Неплохо. Закидываем. Туда. Наверное, сюда еще. Ну, чтобы эти роботы даже... Оп, вот сюда. Чтобы роботы эти даже не включались. Так, пошла. Блин, боеприпасов нет. Так, только не смейте включать роботов. Ладно? Очень бы не хотелось сейчас с ними вступать в перестрелку. Ой, блин, чё их так много? Так, здесь пока все спокойно. Разбираемся вот с этими прежде всего. Так, вижу тебя. Ух, как плотно. Ладно. Ну, один из последних. О, да. Блин, роботы пошли. Так и знал, так и знал. Но с ними ничего не сделаешь. Увы. Кто мне объяснит, почему их так много? На таком пятачке. Фух. Блин, тяжеловато, тяжеловато, друзья. Но мы с вами делаем свое дело. Все чисто, металл один. Ну, наконец-то. Терминал системы наведения должен быть на главной панели, сэр. Я у терминала, Итан. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Просто блокировал релейники. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь! Нет времени. Излучение ядра может отключить мой процессор. Сломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома. Я вижу, где вы, сэр. Ладно. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Распределительное. Идите вдоль труб. Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим ролейники на шлюзах. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Мои шасси рассчитаны на куда более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Зал с ядром прямо по курсу. Внутрь. Что дальше? На моем экране видны индуктон. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Готово. Что дальше? Нужно что-то делать, потому что у нас минута остается. Нет, сэр. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я самоуничтожен. Взрыв вызовет воспламенение ядра. Взрыв запустит цепную реакцию и освободит корабль. Должен быть другой выход. Боюсь, другого пути нет. Понимаю, что вы колеблетесь, капитан. Не волнуйтесь, я готов. Так, ну что, придется нам тогда сделать это. У нас 40 секунд.
Я отсюда не выберусь живым, сэр. Делайте то, что должно быть сделано. Хорошо, хорошо. Удачи, Рэй. Было честью знать вас. Это честь для меня, Метал-1. Рэйс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэйс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою. Всем постам разрешается открыть огонь. Орудие, сектор 5-1! Открыть огонь! Открыть огонь! Обнаружены ракеты! Азимут, задействуй контрмеры! Держать все! Держать все! Сконцентрировать огонь! Сконцентрировать огонь! Осознавая серьезную опасность и несмотря на огромные жертвы, спланировали и искусно провели атаку, с честью исполнив свой воинский долг. Команда Рейс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать своей жизнью, жизнями экипажа, приняв ближний бой с превосходящими силами противника. В ходе операции было уничтожено значительное число кораблей противника и взорвана орбитальная верфь фронта обороны колонии. Наши офицеры совершили настоящий подвиг, лучше в традициях космофлота. Мир павшим. Итак, друзья, это было прохождение игры Call of Duty Infinite Warfare, а для вас старался Александр Плав. Я благодарю всех за просмотр, за вашу поддержку, за то, что продолжаете смотреть RusGame Tactics. Игра, конечно, получилась достаточно интересной, к сожалению, мы с вами получили печальный конец, но что поделать, такова была воля и задумка разработчиков. Тем не менее, есть, конечно же, у этой серии перспектива. Будем надеяться, что следующие части этой серии будут не менее интересными. Ну что ж, на этом будем прощаться. Небольшое напоминание для тех, кто еще не подписан. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе моих новых прохождений. Также подписывайтесь на мои страницы в социальных сетях. ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Перископ. Все ссылки есть в шапке моего канала. С вами был Александр Плав. Я желаю всем удачи. Мои играйте в игры. Оливии, всем пока. И дочери Несрин. Если вы это читаете, значит, я не вернулся домой. Я был готов к опасности и смерти. Надеюсь, я встретил их с достоинством. Моя жизнь была короткой, но счастливой. Я женился на идеальной женщине. У меня скоро будет замечательная дочь. Разве я могу желать большего? Я люблю тебя, Оливия. Дай жизнь нашей малышке и вырасти ее для меня. Рассказывай ей про папу. И прошу тебя, не бойся искать свое новое счастье. Несрин. Здравствуй, малышка. Я улетел до твоего рождения. Прости, что я не смогу видеть, как ты растешь. Папа всегда хотел сделать этот мир лучше. Поэтому ты и родилась. Вспоминай меня в своих молитвах
и старайся делать хотя бы по одному доброму делу в день. Берегите себя, родные. Виктор. Моя дорогая супруга Сара, Ной и Эбби, если вы это читаете, то с полной уверенностью можно сказать, что я погиб во имя благой цели. Победа важнее жизни любого из нас, и я с радостью отдаю свою жизнь за отряд и семью. Эбби, прости, что я не сумел вернуться домой. Надежда на твое светлое будущее дали мне силы защищать все, что дорого сердцу. Ты всегда будешь моей милой крошкой. Ной, расти честным человеком, держи данное слово. Прибегай к насилию только в крайнем случае. Теперь ты хозяин в доме. Сара, береги наших деток и постарайся простить меня за то, что я оставил тебя одну. Если бы я не погиб на поле боя, то умер бы рядом с тобой. Не забывайте меня. Мои дорогие дети, поскольку вы получите это письмо только в случае моей смерти, оно покажется вам весьма печальным, и все же мне хочется, чтобы вы поняли, что это не так. Я всегда ощущала, что время нашего пребывания на Земле, которое мы зовем жизнь, наш временный дар, который нужно употребить на служение чему-то более важному, чем мы сами. Смерть ожидает нас всех, здесь нечего бояться. Я любила свою работу, но ненавидела войну. Но каждый день я также выполняла тайное задание по защите вас, моих сыновей, от любой угрозы вашему благополучию. Пообещайте мне, что проживете жизнь как подобает и позаботитесь друг о друге. Люблю вас всем сердцем. Мама. Сэр, мы находимся в тылу противника, в самом опасном месте. Времени мало, передаю информацию. Вы отдали приказ, понимая, что возврата не будет. Вы сделали то, что были должны. Вот и все. Я горжусь вами, вы прирожденный лидер, сэр. Сегодняшний день был худшим в истории, и, простите меня за такие слова, лучшим в моей жизни. Я сделал все, чему меня учили, и даже больше. Это был славный бой. Возможно, вы так и не прочтете это, но мне больше некому писать. Там, над Титаном, вы сказали, что мы братья. Я всегда хотел понять, что такое семья. Теперь я понял. Адмирал Рейнс говорил, что о солдате судят по последнему бою. И если это так, то я могу точно сказать, что мы чертовски хороши. Лучше сгореть, чем заржаветь. Металл один связь закончил. Ваш брат, Итан. Даже не представляю, как сын должен приветствовать отца, которого не видел всю жизнь. Пожалуй, напишу «Привет, папа». Я, наконец, вычислил твой адрес через кадровый центр Вашингтона. Мне пришлось предъявить свидетельство о рождении, чтобы доказать родство. Хочу, чтобы ты знал, что я пошел по твоим стопам. Я поступил во флот. Думал, что ты будешь гордиться мной. А когда мы встретимся, нам будет о чем поговорить. Я поступил на стрелковые курсы и выучился на снайпера. Но со временем мое зрение ухудшилось. И я стал инструктором. Сейчас я служу на крейсере UNSA «Возмездие». Мама умерла в этом году. Перед отлетом я заглянул в наш старый дом и нашел там коробочку с твоей серебряной звездой. Она хранила ее все это время. Жаль, что я не знал, что ты еще в Теннессе. Я бы заглянул в гости. Мы бы выпили пивка и поболтали. Я прощаю тебя за то, что ты ушел. Надеюсь, мое письмо тебя не разозлит. Спасибо, что помог мне прийти в этот мир. Я старался быть хорошим человеком. Майнард Гриффин.
Марта, служба на флоте увела меня далеко от всего, что я люблю. Дома, моих животных и тебя. Я знаю, как важна моя работа и готова на все, даже на это. Армия не лишила меня жизни, я отдала ее добровольно. Знаю, тебе сейчас нелегко. Прошу, не плачь обо мне или о нас. Плачь о мире, в котором есть место войне. При мысли о тебе сердце колотится, как бешеное, а на лице появляется улыбка. Я смеюсь, и сослуживцы считают меня жизнерадостным человеком. Так и есть. Ведь у меня есть ты. Твоя навеки, Этиде. Мой милый Эндрю, началась неделя флота. Корабли стоят на земле под закатным небом. Я дома. Хотя какой может быть дом без тебя? Знаю, что у меня было то, о чем большинство женщин только мечтает. Ты наполнял мою жизнь смыслом. С тех пор, как наши взгляды встретились, я постоянно думала о тебе. И сейчас думаю. Стремление сделать карьеру разрушило мой брак и лишило шанса создать семью на всю жизнь. Но флот приучил меня выполнять задачу любой ценой. Я не перестаю тебя любить, где бы я ни была. Спасибо. Быть с тобой вместе – это счастье. С любовью, Лаура. Мама и папа. Когда я стал десантником, то сказал себе, что готов отдать жизнь за правое дело. Если я не вернусь домой, значит, так оно и случилось. Надеюсь, что я умер героем, и вы можете мной гордиться. Я обещал себе не сближаться со служивцами, но это оказалось невозможно. Я не давал воли страху, пробивалась только тоска по дому. Мама, прошлой ночью мне снилось, что ты готовишь ужин. Да, мои любимые отбивные. И мы все сидим за одним столом. Передайте тете Джойс, что я ее люблю. Поцелуйте за меня Бейли. И подарите ей новый теннисный мяч. У всех здесь есть матери и отцы, но у вас с папой я единственный сын. Простите, что я не смог вернуться. Семпер Фиделис. Ваш любящий сын Тодд.